Институт цвета Pantone ежегодно представляет десяток модных оттенков сезона, выбирая которые, точно будешь соответствовать тенденциям моды. Но есть и еще одна концепция – использование базовых цветов, которые, с одной стороны, не являются остромодными, но в то же время не теряют актуальности. Применительно к летнему сезону это прежде всего белый во всех своих оттенках. Дополняет его бежевый, однотонный или с принтом – этот цвет востребован в теплое время года как альтернатива буйству ярких красок. К базовому оттенку делового гардероба стилисты причисляют темно-синий. Его светлый вариант – голубой – в летних коллекциях уместен в основном в стиле casual. Будучи базовыми, все эти цвета прекрасно сочетаются как между собой, так и самыми разными по тону и насыщенности оттенками. Обычно в это время года душа тяготеет к светлому и яркому.